Эта находка повергла меня в шок. Вы только гляньте на это. Отодвигаем кустик. Ух, ё-моё. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Восемь грибов. Только гляньте. Молодые. Не девять, он там двойной. Девять грибов. Это что? Представляете? Да. Это фантастика. Сколько грибочков, ё-моё. Да каких? Давайте их собирать. Раз. Ой, два, три, ох, четыре, пять, шесть, семь. Восемь. Девять. Девять штук. Молодые, смотрите только на это. Вы только посмотрите. Это фантастика. И вот такая рука счастья. Обалдеть. Я всем желаю найти такую. Ступайте в лес. Вы это сделаете. Обалдеть просто. Я просто очень доволен. Смотрите. Опа, веточку убираем. Шарик. Ки. Ой, двойной. Ой, какой красивый. Прям вообще молодежь, друзья. Такая сказка. Вот их три. Да. Фантастика. Это фантастика. Еще грибочек попался. И они здесь такие более ровный прям. Ой, какой космический уровень. С такими грибами я уже пролетаю где-то Марс. Примерно. Смотрите, обалдеть вообще, да? Молодой, твердый, классный гриб. Спасибо, лесок. Идеальный гриб. Это новый сорт белых грибов. Идеалус. Балетус идеалус. Ё-моё. Сказка, друзья. Какая шляпочка красивая. Да, очень красивые грибы. Возможно, самые красивые из белых. Еще один лесочек проверяю. Ничего, и вдруг вот все-таки попался один. А так вот прошел и не было. Смотрите, вот как будто только начинается. Идеальный гриб вообще. Смотрите. Твердый, как камень вообще. Фига себе. Видите? Очень твердый гриб. Идеальный. Предварительный итог, друзья. Какие богатыри, да? Космические грибы. Но я иду в следующий лес. Еще не заканчиваю. Друзья, не стал сразу снимать.
Смотрите, каких малышей нарвал. Вот таких мариновочных, видите? Оказалось, тут еще есть рыбы. Вот еще малыш. Здесь. Оп. Не только малыши. Тут и такие побольше тоже лезут. А здесь еще дружок. О, а тут изнутри отломился аж. Он еще дерево подпирает. О, шляпка-то какая. Нифига себе. Мне кажется, я еще что-то видел. Во, друзья, посмотрите на это чудо. Еще 4 штуки. Не, не 4, друзья, а там-то что? Ёлка-моё, обалдеть. Смотрите, какие космические. Я в данный момент нахожусь уже на Сатурне. После изначального взлета в космос. Смотрите, какие грибы. Ой, ё-моё, тут еще стоит. О, это вот только шляпка мягкая. Он уже заплесневел. Вон еще вижу. Тут какой-то клондайк просто вообще. Ой, еще. Вот это грибничка. Смотрите. Сейчас. Смотрите, и идем сюда. А здесь что? Ты кто, дружок? О, ёлка-моё, еще молодые все. И не, они не заканчиваются, друзья. Смотрите, я вижу еще их. Вот он. Нифига себе. Так, забираем их. Вот это да. Ретикюль полный. А вот эти грибы с этой поляны. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, одиннадцать, тринадцать, тринадцать, четырнадцать, пятнадцать, шестнадцать, семнадцать, пятнадцать, девятнадцать, двадцать. 20 штук с поляны. Ну все, Сатурн пролетаем, летим дальше. Ой, ой, чуть не упал. И вот такой грибной тух. Это лучшая корзина в этом сезоне. Большая, полная корзина красавчиков. Только гляньте на это. Какие грибы. Белый гриб идеалус. Подосиновик желто-бурый. Вон он белоножковый. Подосиновик серый. Подосиновик какой-то коричневый. Вот этот. Лисички. Это просто космическая грибалка случилась. Я счастлив.